Om Shri Ram Jaya Ram. Я спросил Шри Бхагавата о том, что вот как различить человека, который понял, что не нужно вмешиваться в естественный поток жизни, естественный поток сознания, и просветлел. И как отличить человека, который тоже понял, что не нужно вмешиваться в естественный поток сознания, но он все еще не просветленный. И Шри Бхагавата ответил, что здесь критерий такой, что если человек понял, что не нужно вмешиваться в этот психологический мир, что это все само собой решается, то такой человек на деле не вмешивается и не делает никаких практик специальных. Но если человек понял, но не просветлел, то он как бы будет говорить, что я понял, но в определенных ситуациях он будет делать какие-то практики, он все еще будет думать, что нужно что-то делать, нужно что-то менять, вместо того, чтобы принимать. И вот, вот этот человек, он еще не обрел вот этого просветления, то есть он все еще находится в поиске, хотя он как бы частично понимает, но на деле он все-таки делает определенные практики с целью изменения своих состояний. Такова вот разница. Only will enter. Шри Бхагаван говорит, что, ну, это вот на примере, если, допустим, вот в комнате двери открыты, и ветер дует, и дверь закрывается-открывается и создает шум. И вот если вы услышали этот шум, то у вас может быть сомнение, что, может быть, кто-то еще есть. Кто-то есть. Или И вот тот, кто услышал, что дверь бьется, что, может быть, там кто-то есть, и если вы пришли и проверили, что это ветер, то и уходите. И в следующий раз, когда вы ушли и все-таки слышите, что опять дверь бьется, то вы знаете, что это ветер, это не какой-то человек пришел и не кто-то там вот делает вот эту дверь. Тогда это ясное, действительно чистое понимание, просветление, что вам не нужно вмешиваться в ваш внутренний психологический мир, что это самопроизвольный процесс, и вы в этом уверены. Но вот если вы пришли, проверили, что там ветер, там нет никакого человека, ушли, и потом снова слышите звук хлопающей двери, и у вас снова возникает сомнение, а может быть там кто-то пришел, ну-ка я еще раз проверю. И вот пока вы будете вот так вот бегать, проверять, не доверяя тому знанию, которое пришло вам, это все еще не просветление, это все еще вы будете вторгаться, внедряться в свой естественный внутренний мир, который самопроизвольно изменяет сам себя. И это еще вы находитесь на пути, то есть вы еще в поиске, вы еще не произошло вот этого окончательного глубокого понимания и неминуемого просветления. Ом Шри Рам Джая Рам. Джапу.